Особое место в отношениях наших стран занимает диалог культур, построенных на основе близких и понятных сердцу каждого белоруса и украинца традиций и духовных ценностей. Прошел год, но минчане и гости столицы до сих пор находятся под впечатлением Дней культуры Украины. Ваши коллективы, артисты стали украшением международных фестивалей Славянского базара в Витебске, праздника Купалья в Александрии. Мы рады, что белорусские исполнители также популярны в Украине. Гордимся, что художественный руководитель ансамбля «Сябры» стал лауреатом украинской общенациональной программы «Человек года 2018». Предстоящие Дни культуры Республики Беларусь в Киеве – прекрасная для нас возможность подарить вам, нашим близким друзьям, частичку своей души, выраженную в народном творчестве и современном искусстве. Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры в две страны и провести. Это нам под силу. Для двух стран под силу. Дорогие друзья, Беларусь и Украина не просто соседи. Нас связывают узы, которые сильнее любых, самых эффективных экономических, дипломатических, культурных взаимоотношений. Это узы кровного духовного родства, узы нашего славянского единства. И сегодня эти связи поддерживаются деловыми контактами, культурными и образовательными проектами, туризмом, поездками к друзьям, родственникам. Мы очень дорожим нашими отношениями и очень-очень высоко ценим дружбу между нашими народами.